Так, перерыв, мы поигрались. Это у нас такая площадка. Веревочный парк. А можно у нас сюда? Пока перерыв между съемками. А мы можно? Ходим, гуляем, смотрим. Ну, пойди, ты хочешь зайти? Давай. Оно не поломается? Я думаю, нет. А то оно... А ну давай. На... Досточная площадочка. Да, такой веревочный парк. А тут не поломается? Нет, оно не поломается. Тут просто можно быстро, на время. Ну, не на время, а быстро, но аккуратно ставить ножки. А тут иди, это... иди, иди. Тут мне страшно. Да ничего там страшного нет. Переступай, за веревки берись. Я быстро могу. Да. Вот так. О. Не, там не на. Там, видишь, оно перевернуто просто. Ну, это как пенечки. А можно? А мне же можно. Или нельзя? Тут очень быстро можно. О, нет, не быстро. Вот даже держаться за... А тут по этому бревнышку надо идти. По этим бревнышкам туда пройдешь? Да. Так, а я пойду навстречу к тебе. Так, Влад пробирается. Ой, теперь вот тут. Тут вот. А теперь по вот этим вот. А потом что, может уже будешь выходить? Ну давай. За что держаться? За вот эти вот веревочки, которые перед тобой. Ага. И вот это лучше держаться. Так, да. Да. Нет, бери за другую. А тут как? А тут выходи просто и все. Вон, вон и Свят. И Свят подошел. Ты же не хотел идти? А теперь? Тут можно не разуваться, Свят. Нет, разуваться не надо. Только с печеньку возьми, скушай. То, что здесь нужно ручками работать. И аккуратно работать. Ты по вот этим? Вот так вот Влад и Свят в перерыве между съемками проводят свое время. Ну ты вообще спортсмен, только аккуратно. Нет, не сложно. Вообще самое главное, что равновесие держать, да? Да. И иметь крепкие руки. Нет. Переступай, переступай. Ноги нажми.
Скажи, как твои ощущения? Сложно тебе? Нет? Все у него получится. Он и идет, и печенька жует. Папа! А по этим наверх. Папа! Да. Ну давай, попробуй. Свят пошел туда, Влад полез. Вылазь назад. Ты не с той стороны полез, с другой стороны надо было лезть. С другой стороны надо было лезть. Оба. Под эту. Под этим вот походить. По этим сложно. Нужно крепко. Так, Свят пробирается. Нет, ну попробуй. Тут очень сложно. Вау. Влад, идите сюда, давайте попрощаемся. Да. Нет. Влад, иди сюда. Иди так же, или вот туда, на Влад, Святослава, ты иди сюда. Влад, я ж попросил, ну иди сюда. Вот туда, на выход. Потом будешь. Ты проходишь легкое, а потом будешь трудное проходить. Постой здесь. Подавай, подождем Свята. Я ему помогу. Пошли. Нужно смотреть, как это нужно. Так. Давай ставься. Брешно. Давай, давай, ты иди, а он дойдет. Когда вы вдвоем, вам неудобно идти, потому что оно шатается. Иди и становись здесь. Не бойся, Саша. Проходи. Я пока могу по кругу ходить. Влад, так, поворачивайтесь сюда. Ну что, будем прощаться? Да. Ставь лайк и подписывайся на канал. Пока-пока. С вами был Влад и Свят. Все, пока-пока. На бассейн еще пойдем. Да.